Здесь компания никак не может отойти от бассейна. Там переодеваются. Так. Ну, а папа занимается медом. Да, кстати, индюшата, я их сюда выпускаю. Мы купили вчера 10 беленьких. Ой, какой у нас двор, правда, птичий большой. Сейчас скоро приду вас кормить, скоро. Да? Че Вилька? Вилька бегает. Вчера купили Вилифо. Ой, это ты все раскидал, я знаю. Все таскаешь. Вот в этом ящике сегодня ночь ночевала у нас 10 белых курочек, несушек маленьких. Мне понравился, как одна из наших подписчиц поделилась своей историей, что они каждые полгода, там в весну, в зиму меняют курочек, чтобы они постоянно неслись и было мяско. Мы тоже покупаем, купили беленьких, у нас рыженькие курочки. Теперь купили беленьких. Сегодня я их открыла. Довольно-таки хорошо их встретили. Животные. Вилли идет со своим хлебом. Да. Это наши гуси, которые осталось. Осталось 20 штук. Я думала, дети не будут кушать. Начинают привыкать дети к этому мясу. Это уточка маленькая, которая выжила у нас. Да. С той уточкой, у которой съели яйца. Да я не кормлю вас еще, не кормлю. Скоро. Сейчас пойду к папе схожу. Сегодня идет откачка меда. Сегодня идет откачка меда, и сегодня отец полностью, как Анюта говорит, отец. Сегодня наш папа полностью... Ну, понятно, это я уже так, елейно сердце, полностью передает работу сыновьям, обучает их. Крутят они. Обучает их. Ну, я уже знаю. Как завтра еще эта работа будет продолжаться. Мед у нас хороший, ни одной сахариночкой не подкармливаем пчелок, кушают. Сейчас надо откачать. Валера мотает. Сейчас надо откачать для того, чтобы сейчас подсолнечник пойдет, все остальное, чтобы пчелки еще принесли. Место было куда? Место было, да. Такая работа у нас сегодня здесь. Сыновья работают. Учатся, кто его знает. Возможно, в жизни пригодится, правда? А что, да даже для своей семьи. Понятно, если рядом с нами будете... Придется все равно с нами работать. А если уедете от нас? Жизнь разно складывается. По-разному. Да, медом пахнет. Запах. Валерий. Не на того ты, сыночка, пошел учиться. Надо было нам пчеловода. Но пчеловод у тебя дополнительная профессия. Вот что пробовать даешь? Какой нежный мед. Конечно, мед, который только качается, это шедевр. Да, кстати, как-то говорили, что если мед нагревать, то он становится вредным. Я прочитала такую интересную мысль, что в меде нет ничего вредного для того, чтобы он стал вредным. Может быть, польза какая-то и теряется, но не вред. Целый труд идет, уже темнеет. Мужчины делают потолок. А вы сразу и утепляете там, да? Такие ровненькие стены. Здесь когда-то было окно, да? Да, кстати. Хотя...
И там сыночка, да, два было. Такой утеплитель, которым делают. Ой, какой завал у нас. Ты все месишь? Да. А что ты месишь? Кашу делаешь? Кому делаешь? Ты с города приехал, даже футболочку не переодел, да? Ну, сразу кашу варить. А вдруг голодные останутся, да? А? Так, сидим с ячменем дома. Нам тут звонили. Ваню хотели в санаторий, но я что-то испугалась, да, сыночка? Хоть санаторий находится в Краснодаре, с 3 до 7 лет, испугалась, отказалась, сослалась на ячмень. Не хочу, нет. Посмотри на меня, поедешь без мамы в санаторий? Один поедешь? Да. В санаторий? Там долго, 20 дней. Не, не поедешь, мама тебя не пустит пока, да? Да ну зачем? Не надо. Сейчас, доча, пойдем с тобой кормить птичку. Давайте. Пойдем, пойдем. Только надо обуть тапочки. Да. Да, заходи, Ваня. Василий, закрой, доченька, дверь, а то у меня в одном руке ведро. Индюки уже прям такой стаей, да, бегают? Тихо. Че? Да ничего они, ну они ничего не делают просто. Не надо их бояться. Ты хозяйка, почему ты их боишься? Вань, переверни вот это, смотри, корыто перевернуто. Ой, что творится, что творится, что творится. Ой, индюки бегают. Ага. Так. Тут у нас тоже у папа везде работает. Тут у нас так открываем эту стайку. Так, Василис, давай вам там достань кормушку. Да, вон ту. Да. Не железную, дочь, вон ту. Вон ту. У этих у новых курочек. Да. У нас гнезда есть. Сегодня, интересно, яйца мы собирали. Нет, я. Они не хотят выходить на улицу. Им тут хорошо. Все пришли. Смотрите, сколько у нас птиц. Маленькая уточка. Ой-ой-ой-ой-ой. Индюки. Ой, индюки. Маленьким. Вот кружка осталась. Сына. Кружка осталась в том, где та у нас была. Ага. Принеси железную сюда, а то неудобно без кружки. Вот. И теперь в эту кормушку. И там у них еще есть для уточек такая. Раз. Дуча, давай камеру. Бери кормушку, понесли туда. Понесли, моя хорошая, в эту стайку, куда всех загнали. А Ваня гусей будет кормить. Сейчас, Ваня, на вот это высыпать будешь в то корыто. Нет, сюда, сынок. Во, Василиса ставит, а ты высыпай вот в это корыто. Высыпай. Во. Ой, какой помощник, а. Василис, теперь... Ну, сейчас мы это, потом еще воду поменяем. Пошлите. Сходи, пожалуйста, доча. Воду открой дома. И сразу вот это ведро снимай со стайки. Смотри, я убираю от Вилли. Сразу набрать надо. Вон, смотри, оранжевая. На сарайке стоит. Дочь, где у нас сарайка? И ведерко оранжевое на ней. Бери его. Да, сейчас воду дашь. Рома сейчас вынесет. Выноси, сынок, отсюда тазик. Выноси. Василиса сейчас принесет. Что там? Ну, выли. Ты чистой воды набери. Я вас учу кормить. Гуси ждут, стоят свое. Прикрывай так, какая. Ждут свой черед.
Дочь, да ты не бери с собой ведро, ты воду сейчас включишь. Угу. Во. Иди, Ром, может быть, вода текет? Набирай, сынок. Тебе ведром-то легче будет. Ведром набирай, а тазик нальешь тут. Дети с удовольствием помогают. Прям вообще. Дети вообще с удовольствием помогают. С удовольствием, с удовольствием. Прям для них вообще помочь. Сказать, ой, побежали. Ой, ну-ка, 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 ну-ка. Побежали, думают, Ромка их кормит. Прям, во, Рома набирает сейчас водички. Сынок, тебе легче будет ведерком. Ром, тебе ведерком легче будет. Или понесешь этим? Во. Нет, ты же уже в таз набрал. Это никуда. Вилли его переворачивает и ломает. Это назад, дочь, убери его назад. Не закрывай воду, положи в корыто. Чего ты спрашиваешь? Это не гусь. Это утка. Мальчик утка, селезень. Ну, опять бегу, да, давай водички. Они думают, ты тут кормишь всех. Все, закрываем. Рома, ты тут кормила? Рома там, он знает как. В принципе, я вам могу в два ведра. Пойдемте сюда, берите, вот черное ведро берите. И там есть ведро, да. А где моя, куда я дела? Ваня высыпал. Вань, давай, сынок. Да, теперь с каждой набирайте по половина. Набирай, Василис, себе вот сюда. По пол ковшечка набирай. Раз. Вот. Давай. Да, с другого мешочка. С другого. Вот. С того следующего не набирай. Ну, давай, давай. А может, набирай, не помню, там просто... Давай, набирай с того тоже. Но мы потом поделим пополам. Набирай дальше следующий. Со всех мешочков. А вот со следующего тоже половинку, да. Все. Угу. Это что? Ага. А, кукуруза. Давай, давай. А вот со следующего... Ром, отруби где-то мелкие-мелкие. Вот это... Да. Да, вот они. Да, вот со следующего целый ковшик набирай. Они даже сюда заходят уже. Да, следующий целый набирай. Ну, два раза по половинке, неважно. Все, давай. Во! Ром, перемешай ручками и пополам поделите. И Вася опять мешает. Давай. Во, и пополам поделите. Это гусям. Все, давай, дочь. Нет, прямо отсыпай половинку ему. Сейчас там две этих, два. Все, все, все. Все, пошлите. Нет, это оставляй здесь. Да, пошлите. Во. Рома знает уже, Рома всегда скормил. Так, пойдемте туда. А? Там две кормушки гусей, там как кормили, они привыкли там кушать. Василис, сюда чуть-чуть сыпни, вот сюда, курочкам. Нет, вот в эту дырочку сверху. Аккуратно. Еще. Все, неси теперь туда. Все, пусть кто-то... Гуся. Все, Рома уже высыпал. Да. Ну все, ведрышки на место несите. Все. Сюда их, они там мы насыпали. Они... Давайте, давайте, конечно. Давайте. Летите. Василис, унеси назад, а Рома поддержит. Я сейчас воду включу. Ведрышки, а ты посмотри. Ром, иди, вылей этот. Ваня, отходи оттуда, сынок. Вот в ту, где мы взяли комбикорм.
Во. Давай, сынок, включай. Включай и наливай. Буду уж полностью. Там давай. Была мама. Ну что? Во. Там она была. Все, и прям через верх польется, ничего страшного. Они сейчас пить придут, сейчас вот селезень идет. Тяжелый какой, жирный какой. Ну иди, иди, важный. Попадешь в историю. А почему так медленно ходит? Такой важный, ему тяжело, он полненький. Это дедушка. Это не дедушка. Ну, так создан он. Он еще полон сил. Водичку. Курица ее схватила, съела, он ее начал. Ну, жалко ему. Рядом 100 штук валяется, он не видит, а вот одну жалко прям. Пусть сына наливается хорошо. Через верх пусть. Типа вот так вот лапы и есть. Они любят возюкаться. Сейчас они чистую водичку, они сразу сейчас. Возюкаться. Возюкаться, да. Любят. Если ты ломила, будет вода не запутаться, чтобы купаться. Вот у них бассейн. Бассейн, у них и там бассейн, и тут они купаются. Ой, сад весь яблоками. Яблоками засыпан весь сад. Вон там пусть идут кушают. Палочка вон там железная. Да. Мама, а чего тут вода вливается? Пусть выливается для них специально, они возюкаются. Вон не отпускает. Постойте. Идите кушайте. Давайте. Кушайте. Я убрала их. Курочку вон ту, Вася. Доча, вон ту курочку выгоняй. Пусть идут к себе кушать. Что, гусей не трогай? Угу. Кушайте. Лужа здесь, да? Да. Все, сыночка, выключай. Как продвигается? Хорошо? Ой, как я завтра заеду. Ставьте мне печку. Скорей. Варить буду здесь. Я завтра заеду. Вчера позвонила, узнала, когда придут окна и двери. Сказали, на четверг стоит изготовление. Скорее всего, в пятницу приедут делать. В пятницу приедут делать. Красиво, да? Ой, вообще тарахтун. Тарахтун, тарахтун. Не девочка, чтобы я стал девочка, поэтому тарахтун. Не, мальчишка тарахтит без конца. Балду. Но говорит все со смыслом. Да, 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 да. Привет, мам. Привет. Привет, сынок. Он как иностранец, руками и ногами доказывал всего. Да, Ваню? Ты шумный парень, да? Очень много яблок после дождя опало. Пока мужчины строят кухню, девочки, Костя с Максимом собирают яблоки, а девочки их нарезают. Нарезают, чтобы мы могли сушить. А, дочь, это ты сушеные собрала в целлофановый пакетик? Не, мы их не будем в полиэтиленовый. А, да, мы их пока можно в старенькую наволочку, в чистую.
А потом я мешочек. У нас где-то есть. Мешочек, да, у нас полно. Тех, которые мы уже... Не, наволочка, мы уже завели. Нет, ту не надо, там у нас абрикосы. Все-таки яблочки хорошо, пусть яблочки будут отдельно. Мы сюда будем яблоки, груши, айву, все такое. Да, айву в прошлом году нарезали. Много, от нее очень душистый компотик такой получается. Но самое главное, я хочу вам показать, Костя с Максимом дежурят, так как взрослые парни работают. Костя, сынок, нравится убираться? Да. Да. Высчитывали, они или это должны убираться, но против семьи не пойдешь. Парни работают. Ну, а каждому работа по их способностям, да? Ну, а мама успевает везде. Сейчас, завтра мы с Валерой едем в Краснодар. Хоть нужна и помощь там папе, но нам надо ехать, надо делать дела, мы поедем в больницу. Сегодня вся подготовка идет. Завтра дети от мамы отдыхать будут. Улыбается. Ведем беседу про лагерь. А почему, Ульян, тебе этот лагерь больше всех нравится? Ну, не знаю, в нем как-то и территории очень много, и турники есть, и огромное поле для футбола, баскетбол есть, волейбол, разные секции, кружки, рисование, поделки, все такое. Еще мне очень нравится амфитеатр, там он очень просторный. Ульян, можно такой вопрос задать? Я тебя перебила, сейчас ты продолжишь, а то я потом забуду. Почему Снежана и Максим рассказывали, что их всегда загоняли в коровник? Это не коровник. Как бы мы, старшая дружина, мы были в амфитеатре. А коровник — это типа такой домик. А почему коровник-то? А я не знаю, его так называли. Он как в форме коровника, короче. Да, поэтому? Да. А то я прям можно протестовала, когда мне Максим говорил, мы в коровнике. Я думаю, как это так в коровнике? Паня, он в форме коровника сделан, да? Понятно. Мы тоже в прошлом году, когда мы в средней дружине были, в коровнике тоже готовились к мероприятиям. Но еще что, инфотеатр какой-то, да, у вас? Амфитеатр. Амфитеатр. Это что такое? Там у нас проходит, там стоит большая сцена, колонки, там у нас проходят мероприятия. Понятно. А мне санаторий это понравилось. А там что тебе понравилось? Бассейн такой хороший. Это санаторий, да, у вас там, вы там в бассейне купались, то есть в лагере на море ходят? Да, мы вечером, если дискотеки нет, то караоке пели. Ну, хорошо. И там такое вот есть отделение бассейна, и наверху вот бассейн внизу, и еще один этаж, там мы смотрели фильмы, всякие мультики. Вы знаете, что самое хорошее? Наблюдать, когда кто-то работает. Сидеть, у меня что-то глаза так прикрываются, сидеть и наблюдать, когда кто-то работает. А в тот раз я такая, мы с Ульяной еще в морской волне были, я такая, у меня Ульяна там стих учила, Юля, и вот, я такая потихоньку засыпаю. Ну да, приятно, когда кто-то что-то делает, говорит потихонечку, и ты раз и засыпаешь. Согласна. Согласна с тобой. Ой, а там Максим дравит палубу. Ой, прям все работают, но весь дом. Какая я счастливая. Сижу себе спокойно, кто что делает. Счастливая мама. Счастливая, очень, я правда очень счастлива. Дети рады. Да, правда. Сегодня мама их целый день занималась, Снежанка. Сначала Костя к репетитору съездил, репетитор немножечко ругалась, что-то Костя там подзабыл, но мы ничего, мы будем тренироваться. Потом Анюта. С Анютой я хотела сидеть, но она сказала, давай попробуем так, Анюта ее радовала,
Потом Снежана пошла к ней. Но Снежану уже дедушка забирал, нас не было. В среду опять Костя пойдет, и в четверг пойдет Василиса. Хочу показать вам, где-то 9:30 закончили делать, протягивать и утеплять потолок. Завтра останется отштукатурить. Да, Иван где-то 9:30 пришел мыться от стекловаты. Полностью перекрыли. Такая небольшая получается кухонка у меня. Посмотрим, что будет из этого. Ты куда? Парни молодцы все. Папе помогали. Ну, вот такая уже красота. Сегодня, вчера звонила по поводу окна и двери. Сказали, стоит готовность на четверг. Скорее всего, в пятницу приедут уже. Скорее бы уже сделать, чтобы уже все-все закончить. И на этой неделе должен прийти заказ нашей плитки на пол. Сейчас вот целлофан такой лежит. Время 12:00. Я тут хожу, снимаю. Завтра ехать с Валерой в город, в 5 утра вставать, все делать. Ну ничего, нормально. Ну, на такой ноте прощаюсь с вами. До скорой встречи. Спасибо, что поддерживаете нас с нашим ремонтом. Даже 2 человека написали, что мы их вдохновили на ремонт. Хороших вам начинаний и заканчиваний. Хорошо, чтобы сделать ремонт, и чтобы все хорошо.